Без купюр. Без купюр. Это третий визит, на самом деле, я сюда первый раз приехал в середине середине августа. И сейчас уже декабрь, я третий раз здесь. То есть... Очень хороший. Судя. Замечательно. Судя по... Да. Водка не французская, водка столичная. А на самом деле в каждой стране вот свой дух. Я приезжаю в страну, я уже чувствую так воздух. О, я в Париже, там. О, я в Италии. То есть даже, может быть, не в воздухе дело, а в самой атмосфере. Как-то я приезжаю и, ну, я сразу чувствую. Все рестораны — это фигня. Самые клевые — это местные харчевни. Не знаю, харчевни или нет, или... Короче, местная еда вообще. Баба по-другому называется, очень вкусная. Потому что в тот раз я и ночью вставал, ходил. Ну, реально. Там даже, ну, вообще... Все расскажу. То есть каждый день сейчас мы едем на пароме в Стамбуле, просто вот что-то непередаваемое просто. Я думал, сейчас мы поедем на машине, а вот это такой сюрприз. Сколько мы едем на пароме, просто офигеть. Для меня, я танцую не так хорошо, да, многим нравится, многие там меня хвалят, многие пишут мне письма, большие письма с благодарностью тем, что я делаю, то, что я вдохновляю их. Но на самом деле я считаю, что я только начал. То есть многие говорят: ой, ты столько уже танцуешь, когда ты будешь заканчивать танцевать? Я не понимаю, зачем заканчивать танцевать. Что бы со мной ни случилось, там, ну, не дай бог, отнимутся у меня ноги, я буду танцевать руками. Не дай бог, у меня отнимутся руки, я буду танцевать ногами. Я в любом случае буду танцевать. Это жизнь, это, мне кажется, даже больше, чем жизнь. Потому что без этого жизни, ну, я вообще в принципе... Вот, мне спроси, а если бы ты был бы не танцором, кем бы ты хотел быть? Я не знаю. У меня одно образование хореографическое, второе – создание вокальных глобальных сетей в управлении. Это, ну, работать в правительстве такое. Но на самом деле меня готовили, чтобы я там сидел в правительстве, потому что были связи, все это было. Но я не представляю, как я сидел бы сейчас и делал там, да, может быть, даже я, может быть, стал бы крутым программистом, работал бы сейчас в корпорации Macintosh, не знаю, или что-нибудь еще там, Intel, что-то, но я не знаю, я не вижу себя. Да, может быть, я был бы там намного богаче, там, у меня были бы машины, квартиры, но я был бы, я знаю, что я был бы несчастливый. То есть вот у меня все в ощущениях. Я танцую, я чувствую себя великолепно. То есть каждый год насыщенный, но этот год намного насыщеннее. Вот этот год просто crazy, вот невероятно. Я не знаю, было столько поездок, я не знаю. В следующем году у меня вот сейчас, начало декабря, и у меня уже половина следующего года, 2012, уже занята. Понятно. Мне очень нравится культура, вот реально, вот я смотрю на этих людей, как они... преданы своей религии, преданы своей стране, как они готовы за свой флаг порвать просто вот всех. Реально, вот я после этого, вот я даже не побоюсь, я реально с удовольствием принял бы мусульманство. Легко. Все в порядке? Да, все вообще, сейчас все прям вот, да? Великолепно. Это... У меня есть любимый человек, да, нас уже зовут там, но мы сейчас это... Да-да!
что это, ну, бесполезная трата денег. Да, сейчас вот самый большой букет подарили почему-то в Челябинске. Такой букет, мне кажется, даже принцессам такие букеты не дарят. Там были какие-то цветы непонятные вообще. Я таких даже не видел. Да. Я даже не знал, что в Челябинске растут такие цветы. Ну, нет, это растение, это кактус, я думаю. Мне кажется, оно... На самом деле кактус, он колючий, но настает какой-то момент, и он распускается. Ну, разные есть кактусы, у них такие цветки вообще. Самые красивые цветки, это как раз на кактусах. То есть и так, кактус непонятный вообще, это животное, растение или что это, он очень мне нравится. Я обычно не смотрю, когда я покупаю книгу на писателя, то есть я смотрю по названию, читаю введение, если мне нравится, я покупаю эту книгу. Самая последняя книга, это какого-то молодого писателя, это из серии «Метро 2033», это «К свету». Конец света, люди живут в метро, как они там выживают. Мне кажется, вот все к этому идет, на самом деле. Там как бы такая доля правды есть. То есть то, что вот может быть настанет ядерная война в скором времени, и кто выживет, тот будет жить в метро. То есть это, на самом деле, это один из вариантов будущего. А так читаешь и учишься там, как надо выживать. То есть очень интересные, самые яркие события в детстве. На самом деле, это не очень ярко, но ярко. Это когда я болел смертельной болезнью в России, и я переехал, мы переехали в Германию жить, и я лежал в больнице где-то год. И каждый день мне делали уколы, 3 раза в день лежал под капельницей. И вот когда в 5 утра мне приходили кому-то укол в попу, а там на попе уже не было живых мест, потому что мне полгода туда 3 раза в день вкалывали. Вот я помню, вот, думаю, сейчас придут в 5 утра, и опять, а у меня просто дотрагиваешься вот так вот, а у меня там, в России это не лечилось. И хорошо, что мы специально поехали в Германию, и благодаря Европе я выжил. Понятно. Париж. Quel est donc ce lien entre nous? Cette chose indéfinissable. И с личными переживаниями, и с друзьями, и совсем, на самом деле, я туда очень часто езжу один. То есть приезжаешь один и просто, как называется, наедине с мечтой. То есть гуляешь один по улице, молчишь, наслаждаешься тишиной. То есть одно единство с городом, то есть ты ему не мешаешь, он тебе не мешает. Вы как одно единое целое. Кассиопея одна, вторая, Мартини. Ну, везде у меня вся жизнь связана с кошками. Когда даже в детстве мы ездили к бабушке в Казахстан, у нее там кошек, ну, 10, наверное, разных. Но для меня кошка – это священное животное. То есть она... Они постоянно помогают, лечат, и они видят. Когда вот я чувствую, что-то приходит, какая-то сущность, они это тоже чувствуют. Только они, я просто чувствую, а кошки ничего не видят. Я им завидую. Я считаю, что я себя абсолютно не знаю, на самом деле. Это все обман, то, что люди говорят, я знаю. То есть даже некоторые говорят, я знаю тебя от и до. Я говорю, как ты можешь знать меня от и до, если я себя даже не знаю. Даже, мне кажется, на 5% из 100. То есть, быть, я, может быть, знаю какую-то там основную информацию о себе, но на самом деле все секреты, они скрыты, и даже я не могу познать себя. Я, может быть, смогу познать себя, когда уйду куда-нибудь в пещеру и начну там сяду медитировать, чтобы познать себя. И то, мне кажется, мне жизни не хватит, чтобы познать себя. Не, у меня всегда почему-то. Я за свою жизнь вообще не боюсь. Я боюсь очень за жизни близких людей. То есть я больше переживаю за них, нежели за себя. То есть если у меня что-то случается, или даже когда вот я
ну, пару раз, может быть, я падал с самолета, почти падал. Вот, и я переживал не за свою смерть, я переживал за то, как люди будут переживать мою смерть. То есть я переживаю то, что может что-то случиться с родителями, с моими любимыми людьми, с моим окружением. А почему-то вот я себя вообще не боюсь. Ну, смелый, но, может быть, это до поры до времени. Ну, как бы, ну, я не боюсь. То есть мне наоборот, если иногда, допустим, я вижу опасность, я ее обхожу, ну, горы нападет, умный горы обойдет, но иногда почему-то мне хочется там, вот я знаю, там опасность, беру специально туда и иду. Нет, здоровья на самом деле Али хватит, потому что у нее, вот сегодня опять вот я по звукам я слышал, что она, мне кажется, она сегодня не спала, потому что она опять там всех обзванивала, опять отмечала всех в Фейсбуке, опять переживала. Мне кажется, она из тех людей, которые может тоже не спать, не есть, и у нее будет двигать мотор, потому что у нее внутри это, она без этого не может, у нее постоянная движуха, она переживает, мне кажется, больше всех. И я сам знаю, что это такое, потому что на самом деле у меня то же самое, допустим, у нас когда мы командой куда-то едем, мне кажется, больше всех переживаю я, и причем не за себя, а за всех. То есть вот у нее то же самое, просто у нее здесь больше, у нее, считай, здесь пол Турции, надо всех позвонить, всех собрать, создать какое-то движение, и она за всех переживает. И я надеюсь, что хоть кто-нибудь переживает за нее, потому что вот это переживание – это хорошее чувство. Вот, она молодец, и я желаю, чтобы вот в скором времени она открыла свою студию, и у нее это получится, это просто 100%, потому что с ее рвением это просто… После иногда она сейчас ей пользуется. Вот клуб, где ей пользуется, шарфа, где ей пользуется, потому что реально, вот сейчас она возьмет и уйдет, у них там все заглохнет, просто реально все. Открытый, даже вот по мнению скажешь, да, я открытый, я улыбаюсь, со всеми общаюсь, но все равно, на самом деле, я закрытый, у меня внутри там что-то есть, все равно есть какие-то секреты. То есть, по-настоящему открытым человек не будет никогда. То есть, некоторые говорят, вот человек открытый, он хороший. На самом деле, да, он открытый, но все равно не расскажешь себе все секреты свои. Поэтому для меня самое главное, это настоящий. То есть, не было такого, что он должен вести себя как-то. В этой обстановке он должен вести себя так, в этой обстановке должен вести себя так. Он должен от природы должен быть настоящий. То есть, ну, это, и эта настоящесть должна быть не выработанная годами, а прям вот он должен изначально быть настоящим. А я очень много на самом деле об этом рассказываю, то что для меня танец это не значит, что я должен танцевать там хип-хоп или хаос или что-то еще под музыку. Танец это все, что делается под музыку. Вот я могу идти в наушниках, слушать музыку, идти, я танцую в душе. Даже дело не в музыке, вот сейчас я стою, я слушаю прибой это тоже своеобразная музыка. То есть если прислушаться, если вот отключить все вот эти звуки городские, городской суеты, это музыка. Шумит ветер, это тоже музыка. Птица летит, поет, это тоже музыка. То есть под это тоже можно танцевать. Просто главное настроиться на нужную волну. Что для меня танец? На самом деле это как бы понятие постоянно меняется, потому что чем больше ты танцуешь, тем больше ты познаешь, и постепенно меняется твой танец, постепенно и постоянно меняется отношение к танцу. То есть сейчас уже дошло до такого, что танец это своеобразная молитва. То есть когда я танцую, я молюсь. И когда человек молится, он после молитвы себя чувствует. Это то же самое, что выговориться. То есть ты сказал все, что тебе было на душе, и ты чувствуешь себя свободным и легким. То же самое. Я раньше танцевал, очень сильно уставал. Сейчас я устаю, но у меня есть какая-то... Появилось какое-то новое чувство. То есть я танцую, я молюсь, я поэтому после этого чувствую себя счастливым. Я раньше себя чувствовал счастливым, сейчас я чувствую
какое-то чуть-чуть другое, новое счастье. Любовь, на самом деле, это то, что движет мной. То есть, на самом деле, не танец движет мной, а именно любовь к танцу, любовь к музыке, любовь к движению. То есть, на самом деле, первоисточник не музыка и не движение, а первоисточник – это любовь. Любовь, она приносит счастье, она отрыляет, она заставляет по-новому взглянуть на все остальные вещи. То есть, даже когда ты живешь обычной жизнью, для тебя там кирпич является кирпичом. Когда ты любишь и ты счастлив, для тебя этот кирпич может быть, не знаю, чем-то больше. Вот мишкой может быть, кенгуру, слоником. Когда человек перестает любить, он перестает жить. Это прям абсолютная, абсолютная правда. Quel est donc ce lien entre nous, cette chose indéfinissable, où vont ces destins qui se nouent pour nous rendre inséparables, en avance au fil du temps. Même histoire.